Для того, чтобы сообщить летнему легкому платью осенний акцент, мы превращаем его в тунику, пододевая под него джинсы. Что нужно учитывать при этом? Степень яркости платья должна соответствовать степени пестроты джинс. Так. Если у нас платье такое пестрое и яркое, то джинсы должны быть либо с потертостями, либо с разводами, как у нас здесь. Если платье более сдержано, более однотонное, то, соответственно, джинсы должны быть более сдержаны по цвету, вплоть до однотонных темно-синих джинс, похожих на леггинсы. И еще две детали, на которые я хотел бы обратить внимание. Если вы сочетаете джинсы с платьем, обязательно акцентируйте внимание на талии при помощи пояса. Иначе в целом образ будет выглядеть бесформенно. У нас здесь мы ввели поясок по цвету, приближающийся к цвету, который использован непосредственно у нас на платье. И второй момент. Обязательно под это платье поддевайте либо белую майку, ну, либо другого светлого контрастного цвета, либо, как мы здесь, пододели блузу без рукавов. Мы сочетаем шорты с леггинсами. В данном случае мы взяли такой свободный бежевый вариант, похожий на колготки. Но если вы девушка смелая, то вы можете сочетать и с леггинсами насыщенных цветов. Но это могут быть и однотонные, просто темные леггинсы насыщенных цветов. И немаловажная деталь – это классический тренч, который должен присутствовать в гардеробе у каждой девушки. Его можно носить как с вечерними платьями. Если не знаете, что накинуть на вечернее платье, надевайте тренч. Его можно носить поверх делового костюма. И, как мы видим, в таком вот смешанном летнем луке можно тоже использовать тренч для того, чтобы укрыться от непогоды. И в застегнутом варианте застегни одну пуговицу. Получается абсолютно сдержанный, элегантный осенний лук. Сочетание леггинсов и сочетание тренча. Обращаем внимание на леггинсы. Леггинсы – это другой must-have, то есть вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе данного сезона. Здесь они у нас темно-темно-синего цвета. Мы сочетали вот эту легкую летнюю тунику с кардиганом. При этом сочетание это смотрится гармонично еще и за счет крепления. Обратите внимание, здесь мы зафиксировали при помощи небольших брошей. Кардиганы к тунике. Можно вот так на поясе его немножечко сдвинуть. И таким образом, формируя визуально силуэт песочных часов, мы подчеркиваем нашу стройность. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.